Чтобы привить интерес ребенка к учебе, безусловно, необходимо участие родителей. Иначе это будет битва, наверное, с одной стороны. Если не будет поддержки родителей, ребенок не будет это считать обязательным. Да, там что-то требуется в школе, да, вот что-то там просят сделать, что-то там, какие-то контрольные, какие-то проверочные, какие-то задания. А если дома нет никакой поддержки, да, то ребенок не считает это обязательным выполнять. Вследствие он не считает это чем-то нужным, что ли, в своей жизни. То есть знания в начальной школе даются те самые необходимые, которыми человек пользуется всю жизнь. И если родитель не видит необходимым дома дополнительно с ребенком заниматься, то мало того, что ребенок скатывается, да, по учебе, то он еще и не усваивает материал, что очень нужно и необходимо.